На конкурсе дети читают стихи. Тема «Мой любимый автор». Кристина Дмитриева, 15 лет. Город Санкт-Петербург. Школа 418. Максимилиан Воложин. На смерть Блока и Гумилева. Мне понравилось это стихотворение тем, что оно отражает эпоху того времени. И мне очень нравится творчество Максимилиана Воложина. С каждым днем все дичи и все глуши. Мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта, неисповедимый рок ведет. Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну. Горькая детубица Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь. Но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Догонает голод или злоба, но удел не выберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба.